Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, я за кадром, ребята, играл. Реклама не работает. Вылетов стало чуть поменьше. И в ПВП боях приходится очень, а иногда даже не дожидаешься противника, игра вылетает. То есть багов до сих пор очень много осталось. Ну, а мы попробуем сегодня хотя бы поиграть в ежедневные задания. Надеюсь, с ними-то все в порядке. Или также будут глючить. В общем, время покажет. Так, что это у нас тут? Так, давай, наверное, вот так соберем с тобой монеты. Посмотрим, что у нас тут с эволюцией. А с эволюцией у нас, как всегда, все, ребята, очень плохо. Она еле идет. Ну... Ну неужели? Нормально, друзья мои. Эволюция произошла, это у нас терезинозавр. Поместить. 21 уровня. Я его прокачиваю, ребятушки. До 30-го. Замечательно. Ну что, покушал листьев? Все, доволен? Он доволен. Так, у нас тут еще и награда есть. Угу. Так. Разместите динозавров и потратьте 400 тысяч еды. То есть я это сделал, да? Угу. Это я сделал. По деньгам у нас 83 миллиона. То есть не очень много на самом деле. Так, а ты что, ты хочешь стегозавр, ребята, может у нас в эволюцию пойти? Ну-ка. Давай. Так, друзья мои, кто-то у нас там убежал, что ли, опять? О, давай-ка. Сбегай там, разберись. Джиггернаут. Давно, ребята, тут как бы не лазил. Давненько. За кадром когда-то играл. Но чтобы по игре. Так, диплозух. Нам бы еще 10 диплозухов, и мы могли бы с тобой прокачать его до какого-то, до 20 ранга. Так, ну что, денежку вроде бы собрал всю. Блин, как же это вот утомляет. Была бы кнопочка такая, нажал на нее, и все сразу собралось автоматически. Нет, вот надо вот это вот ходить тут, кликать постоянно на это все дело. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас по событиям. Любое животное. Давай. Оу. Такс. Ну что, первый у нас будет. Мы против него возьмем, наверное, мамонта. Нет. Тело космил, пускай будет. Против этого будет у меня орнинотериум. И против. Против этого нам пойдет Паноктус. Блин, ребят, лишь бы нашлись эти. И не вылетало. Мне от игры многого не надо, ребята. Главное, чтобы прогрузилось и не вылетело. Тут уже слышно, видишь, когда прогружается, что-то музыка там кривляется. Так, хорошо, прогрузилось. Более-менее. Так, мы ходим первыми, да? Он будет менять. Не слишком ли громко, ребят? Глиптодон вышел. И ударяет, прикинь? Так, ну мне предлагают заменить. И врезать ему два раза. Ему кранты должны быть, по идее-то. Все. Мне кажется, он на оленя будет меняться. Нет? Ага. Ага. Ну что, попробуем его запинать. Крышка ему.
250 к 2 к атаке. Но он завалит Тилокосмила, конечно, ребят. Да, завалил. Но... Что но? Давай так сделаем. Ладно, допустим. Меняем, ребята, сюда. И всыпливаем ему по полной просто программе. Все, до свидос. 3842 атаки. Правильно. Паноктус разворотил, как говорится, этого хламона. Замечательно. Так, ну нам нужно еще битву сделать. Энтеладон. Так, ну против Энтеладона, я думаю, я возьму, наверное, Мамонта. Против Глиптодона можно взять Гасторниса. Да. А против Динотерия мы возьмем... Блин, а кого взять-то у нас? Ну, этого, что ли? Ну, не хочу я его брать. Блин, сколько стоит? 76. Ну давай, возьмем. Поехали. Игра, ну пожалуйста, ну почему? Почему ты вот постоянно начинаешь вот подлагивать именно во время прогрузки? Что не так с игрой, ребят? Чайку хлебну. Пока у нас тут идет загрузка. Долго-долго идет. Вот, ребята, что бывает. Вот, проверьте соединение с интернетом. Ну это все фигня. И знаешь, что самое обидное? Что мне придется, вот все, бой отыгрался, я проиграл как будто бы. Короче, тебе надо переподключаться. Да, я хочу продолжить. Ну, прогрузись только, пожалуйста. Ну, есть. Повезло. Я сделаю так. Ага, он пойдет под замену. Он не стал меняться? А ну-ка. Ну и что ты будешь делать? Так, я еще разок бомбану. Готов. Так, Глиптодон. Три атаки. Он ушатывает меня, понятно. А мы ушатываем, ребятушки, его. Хорош. Так, Динотерий. Какое-то такое ощущение, что это мамонт только что вылупился. Такой, знаешь, в легком... Серьезно? Вот это нежданчик, друзья мои. Ну, он сам нарвался. Иди отсюда к чертовой бабушке. Прекрасен. Прекрасен был этот бой. Мы с тобой сделали это дело. Не кричи не дома, и дома не кричи. У нас так обычно говорится. Так, и что же нам тут выпадет? Мегистотерий. Мегистотерий нам выпал, друзья. Так, и нам открыта еще какая-то сдвиг ледников. Ну, хватит уже. Так, что у нас тут? Летний сплэш события. Непонятно, что было, конечно. Коллектор. Обмен коллекционера. Так, поиск... Powerful на старт. А что это дает-то нам, не могу понять. На старт. Готовы совершить этот обмен? То есть это я ему вот это вот... Подожди, это я ему отдаю... Это я ему отдаю вот этих ради... Паразауролофа мод 2?
Они на это намекают, что ли? Нет, ребят. Или да? Что-то не пойму я. Диплокаулус мод 2. Так нифига себе, он легендарный. Нет, тут что-то как-то больно жирно. Больно жирно он хочет. Я понимаю, там мод дает там небольшую прибавку, но не настолько же, чтобы стоять, выпендриваться. Так, что у нас там еще, ребят, по событиям? Только для любого животного один. Для любого животного один? Подожди, не понял я. Мы идем на равных, что ли? Давай я так сделаю, посмотрим. Неужели он сделает две атаки? А если я так? Все, ему крышка, ребят. Ха, перехитрил сосунка. А ведь он мог меня забомбить, если бы он, ребят, сделал две атаки. Но не тут-то было. Мы оказались хитрее. Так, что у нас там за награда? Забрать. Так, а здесь что? 50 тысяч еды. Так, тайны сезона. Там у нас следующая награда идет. Продолжаем, ребята, смотреть на события. Так, испытай свои силы. Любое животное. Так, без ограничений. Заплыв с акулами. Но это уже подводный мир. А сколько битв-то? Так, осталось у части 10. Тур «Летний всплеск». Выбери одного из этих трех существ, чтобы составить список. Ну, давай вот так. Блин. Лептосегу хочу взять. Здесь плотозавра. Здесь гинекоприон. Не хочу мегархилон. Мегархилон пускай будет. Дунклеозавр. Простостега пускай. И битва. Так, против этого поставим простостегу. Против этого я возьму, наверное, плезиозуха. А против этого мы возьмем мегархилона. Поехали. Так, игра, пожалуйста, будь добра, не вылетай. Прогрузись, сделай мне... О! Я, наверное, сделаю, ребят, вот так вот. Я прекрасно понимаю, что он будет менять. 100% будет менять сейчас. Меняется. Он берет гелосмозавра. И атакует. Я могу, ребята, сделать вот так вот. И ушатать его сразу же. А скажи, нафиг я сделал, если у меня, блин, мне одной атаки было бы достаточно, чтобы его похоронить. Ну, нафиг я это сделал. Две атаки. Он две атаки, он, получается, все потратил, что ли? Ну-ка, проверим. 43 хп ему осталось, да что ж ты. Поменялся. А если я так сделаю? Ох ты. Ха. Вот это ты лошара. Раз, два, три. Наверное, так будет достаточно. Угу, лептоклит.
Прям в броню. Ну что, скажу тебе до свидания, бро. Гудбай. Прекрасно. Так, я так понимаю, это был только первый поединок. Из каких там, из пяти? Раз, угу. Да. Так, выбираем. Ну, против Лептостеги, наверное, возьмем Плезиозуха. Гелосмозавр. Ну, давай Плотозавра, наверное, возьмем. И вот. Так. Стартуем. Это только второй поединок, блин, там еще дофига надо будет. Ну, посмотрим сейчас. Он, наверное, будет меняться, скорее всего. Сколько? А если я сделаю две атаки? Минус. Фига себе, 9000 там с лишним. Но тут паршивенько, ребята. Тут он меня может и уничтожить. Да. Само собой, он все потратил. 3900, у него 3000. Ну да, давай. Тоже его похороним. Так он это сделал с нами. Блин, и здесь уничтожает. Посмотри, а. Атакуем по полной программе. Че на него любоваться-то? 11300. Прекрасно. Второй раунд мы прошли. Второй раунд. Еще три раунда впереди. Особенно последний раунд. Что-то мне как-то не особо нравится. Вот это вот. Тут как-то будет жестко, по-моему. А, вот как! А... Понятно. А что значит управляй командой? Использую баксы для лечения и замены своих существ. А как? 600 лечения, ты серьезно? Понятно, ребят. А, можно поменять. Я понял, друзья мои, в чем суть, в чем... Нет, мне не получится, наверное, пройти, ребят. Так, Дункалястей против этого у нас. Так, и вот так. Жестко, жестко. Видишь, если твой динозавр выживает, не имеет значения, сколько у него здоровья. Если он выживает, главное, ребят, он бы остался бы у нас в команде с фулл хп. А если он погибает, то ты не можешь уже, чтобы он применял участие в поединках. Такова вот, ребят, фигня, роль, суть, соль. Ну что ты он сюда приперся, а? Тоже броню взял, да? Опять меняется. Ай, хорошо, как он опростоволосился, друзья мои. Меняем. Так, ну две атаки как минимум. И вот так. Беда. Мне надо было блок ставить. О, еще бедовий. Да. Не очень приятно все это получилось, ребятушки. Раз, два, три. И вот так вот. Мозазавр. С четырьмя атаками. Мне даже блок не помог. Да, я его разбомблю, ребят, но события-то я не пройду. Мне сдаваться придется, все. Все. Я сфейлил его.
Сфейлил по полной программе, потому что у меня никому не осталось. А тут надо было, я не знаю, там жесть в конце, конечно, будет. Ну что, все, я сдаюсь, ребят, потому что... Ну, к сожалению, никак. А, я все-таки, мне все-таки дают легкую награду. Ну, спасибо хоть на этом. А то уж я думал, что все. Просто так поиграл. Осталось счастье 9. То есть можно вот так играть, играть и играть. Ну, неплохо. Так, без ограничений, любое животное. Заплыв с акулами, без ограничений. А что значит? Ага. Ага. Так. Против кронозавра Артакона возьмем. Так, а у него 2, да? Ну, давай 2 Артакона. Сколько? 6, это что за расценки? 6 миллионов монет, ребята, за один какой-то вшивый поединок. Я атакую. Да. Мне надо брать Артакона. Я сомневаюсь, что он полезет сейчас на меня своей вот этой черепахой. Он, наверное, будет менять, скорее всего. Жестко он сменил. Мы берем с тобой тогда Генодуса. Раз, два, раз. Генодус, пока. Кронозавр. 3 атаки сделает. Даже все 4, ребят. Ну что я могу сказать? До свидания, наверное. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Такой. Ну, а тебе. 213. Это ни о чем. Ребят, даже если он все потратит, по-моему, нам будет по барабану. А вот ему будет очень плохо. Прекрасно. Я же говорил, что ему будет очень плохо. Отвратительно плохо. А там один поединок надо было? Или там несколько? Я вот что-то не заметил. Один. Один поединок надо было сделать всего. Что там опять у нас? Ага. Завершите все ежедневные задания. Используйте ускорение. Посмотрите рекламу. Собрать 3 мода. Так, давай это... Собрать 3 мода, да? И... Оп! До конца боя запас УЗ на 20 уменьшает. Давай еще. Блин, надо было редкие моды. Нафиг я обычные-то беру. Снижает показатель атаки на 10%. Это вообще ни о чем, ребят. Так, не дает команде противника проводить замену. Что опять? О, ну разберись, пожалуйста. ПВП сражение. Использую 3 ускорения. А 3 ускорения это как понять? Я уже не помню, ребят, что за 3 ускорения. Вот ПВП я, к сожалению, не смогу играть, потому что, ребятушки, как вам объяснить-то? Испытай свои силы. Уже троих, да, можно брать? А, потому что про ПВП я вам говорил. Зависает, вылетает. Очень редко можно, чтобы тебе фартануло. Давай я так сделаю. Будет атаковать или нет, как думаешь? Он не стал атаковать. А если я поменяю на диплозуха? И сделаю вот так. Слушай, он не стал атаковать. Что он хочет? Что он задумывает? Я рискну. Я его пробил.
Так, Анкилодок уходит. Ну, ему достаточно будет двух атак. Три атаки он оставит за собой. А вот что, на что он потратил три атаки, вот этот вопрос, друзья мои. Я попробую пробить. Да, ему крышка. Но тут, видишь, диплозух. Да ты заколебал, он, смотри. И три у него остается, да? Если он две защиты взял, я... Все, я не пройду, ребят. А, прошел! Есть. Если бы он взял бы три защиты, тогда бы, да, тогда бы у меня не получилось. А тут я его пробил. Так, ну давай смотреть дальше тогда уже. Нундагозавру... Давай возьмем спинораптора. Нундагозавра... А, тут один только. Тут только один позволяется. Давай так. Понятно. Ну тогда тебе кранты на следующем этапе. Ребята, я его распетрушиваю. Да. Я думал, что он полезет в бой, но он дрейфанул чуть-чуть. Это его проблемы. Главное, мы прошли. Ну, это все. Так, нам нужно еще два поединка выиграть. Но на этот раз возьмем с тобой Эдиоморфодона. Эдиоморфодон. Ну, слушай, с Эдиоморфодоном, по-моему, ребята, здесь намного хитрее все получается. Здесь надо копить приличное количество к атаке. Ну да. Сейчас проверим. Ты серьезно? Блин, по-моему, пробьет меня сейчас. Я рискну, друзья. Все, крышка ему. Идеально. Идеально победили. Ну что ж, ребятушки, еще один поединок, и мы... И мы с тобой проделаем дырку в этом задании. Таниколагриус. Собственной персоны. Ну-кася, выкуся. Ну, я по старой теме, ребят. Он тоже что-то мутит, все мутит, мутит, мутит. Он, видимо, то же самое делает, как я, но только... Ну, что вот он. Если он не будет атаковать, следующий ход будет... Все. Он атаковал. Ребят, я его уничтожаю. На-ка тебе, паршивец ты этакий. Да Николагриус выиграл. А что вы хотели? Вы думали, я буду любоваться на него? Нет, не буду. Так, ребят, на колесе тоже, когда крутишь рулетку, тоже бывает, порой вылетает игра. Да ладно, ДНК набор. Прикинь, как фартануло, ребят. Обалденно просто. Подтыщенки. Так, закрываем. Закрываем. Тут отправляем Оуна, понятное дело. Так, а коллектор это что? А, это обмен. А тут на рынке у нас еще такое. Солнечная теплица. Это из нового, что ли? Ну да, это из нового, ребят, солнечная теплица. А здесь что такого хотят мне показать? Тут у меня все есть. А, ДНК у нас, ребят, у нас же куча ДНК. Мы же можем с тобой сейчас... Терезинозавр. Так, тиранозавр, это понятно. Так, амони... Да что ты? Дейнахейр, ну это лиственник.
Тропиогоптер. Так, подожди. А как сделать по этой, по редкости, или как там? Кто он такой? Гриппозух. Вольер, вольер, вольер. О, 33 тысячи янтаря у нас даже есть. Но ценники это, конечно, хе-хе-хе. 150. Фукуйзавр. Гестербенер. Да, язык сломаешь, короче. Я могу себе позволить вот бакулита. Ну, нафиг он мне нужен, бакулит. Лосмозавр. То есть, Зухамим. Ну, Зухамим у нас есть. То есть, грубо говоря, ничего не могу себе здесь позволить. Обычные какие-то охламоны. Редкие, обычные. Нет, нет, нет. В коллекции гибриды, супергибриды. В коллекции. Да блин, не, не это надо. Все существа. Так, амфибии, например. Подожди, подожди, подожди. А мы с тобой... Я не помню. А сколько у меня таких ДНК? У меня хватает? Нет, не хватает. А, у меня 346 получается. Подожди, если, например, нам посмотреть эволюцию именно легендарных. А как ты их тут найдешь, этих легендарных? Велоцираптор мод 2. Тропиогоптер. Ютораптор. Ну вот где они? Аморгозавр. Топиелозавр. Анкилодок. Эдиоморфодон. Ну, эдиоморфодона, если бы мы могли бы, например, бы с тобой найти. Можно было бы, ребята, его приобрести и прокачать. Я просто забыл, ребята, какие у меня динозавры могут. Ведь где-то же, подожди, какая-то лаборатория или какое-то здание показывает у нас. Сейчас, секундочку. Так, это еда. Продать, не, подожди, не то. Продать, купить, это не то. Ведь какое-то здание, я помню, ребята, показывало нам. Может быть, нет, это не то. А вот где оно? Оно показывало нам, сколько там до эволюции осталось и тому подобное. Может быть, нет. Здесь это кормежка этих Чарли, Шмарли. Это стать VIP. Это не то тоже. Слушай, а диплотатор-то у нас 30 уровня, друзья мои. Так, может быть, нам на диплотаторы? Может быть, нам на диплотаторы, ребята, сделать ставочку? Сколько получить бесплатно? А, я же думал 15 тысяч, думал, нифига себе. Диплотатор, да? Сколько диплотатор стоит по ДНК? Подожди, мне надо все существа амфибии. Вот, диплотатор стоит 4. Я поставил на вывод. Потратьте ДНК. Ух, ничего себе. Забрать все. Трицератопс получается. 65. Кстати, мы же эти очки тоже можем. Мы же с тобой можем и вот эти очки потратить, я же помню. Чистое золото, да? Давай чистое золото.
И это у нас Паноктус. Ну а почему бы и нет? Паноктус вполне как Паноктус. Чувствует себя неплохо. Так. Пахицелозавр 20 ранга. А почему мы с тобой не делаем эволюцию на нем? А, все, ребят, у нас... Да-да-да-да-да-да-да. У нас с тобой вольеры все забиты, поэтому эволюция у нас не получится. Улучшить. Так, этот контейнер слияния... Получите гранд-премиум статус, активируйте этот контейнер для слияния за $35. Ага, ага, за $35. Кому дурить-то хотели? За $35. Засранцы, обманцы, да? Так, ну что, друзья мои, наверное, на сегодня мы пока будем закругляться. Надеюсь, вам понравилось. И если что, пишите в комментариях, будем мы продолжать или ее в сторонку куда-нибудь выкинем. Терезинозавр. Блин, тоже хотелось бы прокачать. Так что все, всем удачи и до новых скорых видосиков.